А, продолжаем. Мы не сможем поддержать вас наземными силами. Прием. Эх. Ваши позиции приближаются десантные катера. Вижу. Огонь по катерам. Сжечь их. Давай. Круто вообще. Как-то быстро взрывается катер. Блин, какой-то робот с пулеметиком долбит просто все вокруг. Хотя его там сдолбить гранатами, там снять и все. Да на вертолет даже попасть в пропеллер, все, у нас там хана. Как насчет поддержки дронами? Как медленно. Я, блях, тому хочу, неправильно пошел, что ли? Ты так и знал, е-мое, даже... Блин, даже простой момент закосячил, ну ладно. Так, значит... Прямо, да? Давай. По камешкам никак. О, прыгать можно. Марио, давай. По-моему, ты за мной идешь. Побыстрее бы. Видимо, что-то тут затоплено. Видите, да, какие трубы. Эх. Задание выполнено. Илона, мы внутри. Ну а, бегать можем наконец-то. Или как-то я так сделал. Ракетный ручник готов. Ракета готова. Главное орудие готово. Неавторизованный персонал в секторе 4. Повторяю. Неавторизованный персонал в секторе 4. Супер бойцы, да, тут или чё? Так, ну-ка, если... Что я сделал? А. Ух ты, ё-моё! Нифига себе. Ну-ка. Я так не... Ух ты, грена. Офигенно, просто супер. Под конец игры всегда так. Ну-ка, иди-ка сюда, сейчас рукопашку попробуем. Куда нам, сюда, что ли? Наверх, наверное, да? А, не, я вообще не туда пошел, видимо. Да тихо ты, подожди, я не... Тебя в рукопашку, бабах. Ракетный
Бесполезно, чуваки, бегите. Чё вы с... Смысл вам? Запуск через 4 минуты. Ракетный рой готов. Бабах! Идет погрузка. А где наш чувак-то? Ракетный рой готов. Ух ты, нифига там их. Ой, блин, все всрал куда-то. Долбим, 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 долбим. На него все отлично. Ты как, да? Да. Да сдохни, наконец-то. Баба, ух, ё-моё. Грена, грена! Отходи, отходи. Вот это мясо вообще творится. Что это за фейерверк? Чувак, я надеюсь, мы с тобой успеем, да? Ракетный рой готов. Проверка третьей ступени закончена. Во, давай. Что делать? Ай, тяжело. Ух ты, ух ты. Запуск через одну минуту. Пошел. Иду, иду. Ой. Игра сохранена. Идем. Так что-то он быстрее идет. Давай, твари, мы вас достанем. А откуда ничто нам не помешает? Как у него стекло разбито? Как он вообще еще жив? Что делать? Да бью, бью, я сюда так бью, нет? Долблю! Да ладно, я ж долбил.
Чё, всрал, что ли? Эй, подождите! Так я долбил же. Чё не так-то? Наверное, знаете, что? Я знаю, кажется, что. Я первый раз, когда вот этот огонь пошел, я тормозить начал. Сейчас надо идти. Идем, давай. И стоим, все, пошли прямо сейчас. А я там. Все, погнали, идем. Слушай, ну я не виноват, что у меня пушки перегреваются. Не останавливаться! Давай, пожалуйста. Я вообще по тем местам долблю. Стреляю я, куда долбить? Да я ж стрелял. А, ну все. Видимо, говорю, в тот раз тупанул, не успел просто. А, да, даже там долго стоял. Митчелл, держись. Ну все, мы остановили запуск. Я тебя вытащу. Не теряй сознание. Ну и отдача. Да я ж попадаю. Да. Блин, пять патронов. Ты подними. Идем, идем. Не отключайся. Давай. 2-1. Прорываем оборону города. Войска Атласа отступают. Отправляю вам на помощь беспилотные средства. Вас понял, Кинпин. Запуск отменен. Повторяю, запуск отменен. Ты как ж... слышали меня? Ты ж перезаряжался, Кинпин, одной рукой. Прием. В первых миссиях, когда ты за машину зацепился. Слышишь меня? По-моему. Черт, нас отрезали. Пошли. Они ударят по зданию в любую минуту. Я опускаю тебя на землю. Пожалуйста, попробуй идти сам, Митчелл. Нужен свет. Привет, Митчелл. Не двигаться, мать твою! Хочу попросить о том же. Он хакает наш экзот! Я пустой! Ты слишком веришь в эти штуки. Город рушится, это конец! То, что я начал, не умрет со мной. Это больше меня. И точно больше тебя! Думаешь, я монстр? Это потому, что у тебя не хватает духу сделать то, что необходимо! Необходимо? Удар по Америке? Выпустить Мантикору, убить тысячи невинных людей? Я спасаю мир от него самого! Когда у Атласа не останется врагов, войны прекратятся! Это неизбежные жертвы! Аргумент всех больных тварей в истории человечества. Не знаю, что взорвали запуск. Они разнесут тебя вместе со зданием. Я мог убить тебя в лагере. Могу убить сейчас, но не стану. Я не зверь! Митчелл, попробуй открыть свой экзо. Теперь мой.
не работает! Времени нет. Если он уйдет, все было зазря. Давай! Пошел! Не дай аэросу уйти! Скорее, Митчелл! А кто мне говорит-то? Двигай, двигай! Я, блин, читал, что там написано, ёпта. Там что-то набегать незначительно. Набеги... Чего? Зажимать незначительно? Я не пойму, что там написано. Одной рукой, нифига Рэмбо, давай, беги. Да ёпта, вы чё? Ребята, ну чё это такое вообще было? Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! А, всё, ёп, понял. Так, управление. А, действие. Вот, прицелиться. Прицелиться. Давайте, чё это такое вообще, не знаю. Вот это поставим. Перемещение. Так, присесть. А, присесть. Лечь. Пригнуться. Наверное, вот это надо. А, давайте вот эту клавишу попробуем. Присесть. Пригнуться, наверное. Движение боком. А, да, скорее всего. Да-да-да, именно это. Все, я понял. У меня клавиш не назначен. Че, блин, ебать. Тогда все ништяк. Иди сюда, я тебе сейчас этой палочкой. Давай, сейчас надо нажимать. Сука, я думал, это какой-нибудь подкат, блин. Ребят, ну ё-мо, че за фигня? Так у меня си буква приседать, я же знаю, че за фигня. На беге зажмите эту, ну я зажимаю. Чё не так-то, я не понимаю, я зажимаю. Ну, видимо, не на беге. Не на бегу, кстати, правильно вообще. Ну, чё такое-то, я не пойму, чё делать-то? Подождите, ребят, чё за херня? Подожди, я на бегу, нажимаю эту клавишу, и чё? Вот смотрите. Ну, чё это такое вообще? А, несколько раз там было, наверное, написано. Все, последняя попытка, и точно пройдем. Читаем внимательно. Двигай, двигай. Да чё за херь? Почему я не скользю? Скольжу. Не дай аэросу уйти. Блин, ребят, баг что ли какой-то? Я не знаю. Слушайте. Я не могу нажать эту кнопку. Ребяточки. Объясните мне, что делать. Я нажимаю Shift. Ну нажимаю я, что не так-то? Подождите, может не ту клавишу? Стоп, давайте еще раз. Настройки управления. Действия. Использовать. Так, это не то, подождите. Перемещение. Пригнуться. Значит, бег, уклон, задержать дыхание, присесть, лечить, движение боком. Может быть... Я честно, друзья мои, вообще не понимаю, в чем прикол. Как это, бляхмуха, исправить. F, пожалуйста. Сейчас руку оторвет ему. Ничего. Помоги. Я не сдамся, так что вытащи меня. Ничего. Есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним. А еще один вариант. Я тебя кидану.
Ой, бля, комуха, чё я за лох такой, а? Чё ж я творю? Я буковку Е случайно нажал. Короче, чуваки, фишка в том была, что... Я не нажимал эту кнопку. Ой, тащи меня! Мичо, есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним. Мичел, что ты творишь? Что ты делаешь? Мичел, это я дал тебе руку! Мичел! Я дал тебе второй шанс! Короче, я нажал Ctrl и просто лег там, прошел. Держу тебя. Как ты это самое выжил? Да. Печально. Как никак. Мы приходим в мир с закрытыми глазами. Большинство предпочитает прожить так всю жизнь. Айронс открыл глаза. Он увидел, как несправедлив мир, и решил исправить его. Если он нашел ответ, то унес его в могилу. Call of Duty Advanced Warfare. Итак, друзья, мы прошли очередную игру за 2 дня, между прочим. Да, это рекорд. Обычно я прохожу очень долго, но тут я собрался и за 2 денька завершил игру. Скажу вам честно, были небольшие подлагивания в некоторых местах, тупил. Но игра все равно мне понравилась, честно скажу. Классная. Просто одним словом. Ну, наверное, на этом все. Думаю, мы скоро... Точнее, я скоро начну что-нибудь новенькое проходить. Поэтому скоро увидимся, точнее, услышимся. И... Всем удачи и всем пока.